Мы сегодня подводим итоги главного политического события нашей области – выборов губернатора Вологодской области. Общая характеристика выборов губернатора следующая. Они прошли законно. Ни одна партия, представители четырех парламентских партий принимали участие в выборах губернатора, поэтому ни одна партия не выброшена на обочину политической жизни. Впервые введенное досрочное голосование показало тоже реальные результаты. Особенностью этих выборов была чистая избирательная кампания. Ни одной жалобы на действие или бездействие избирательных комиссий, как нашей, так и нижестоящих, никуда не поступало. Избирательная комиссия Вологодской области постановляет признать выборы губернатора Вологодской области 14 сентября 2014 года состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Вологодской области Бушинникова Олега Александровича, получившего 181 047 голосов избирателей. Коллеги, потом у Олега Александровича будет много других удостоверений, но вот это наше первое, которое говорит, что избиратели Вологодской области доверили ему свою судьбу, свою жизнь на ближайшие 5 лет.